Как войти в личный кабинет? Если вы покупали какие-то уроки или другие материалы, значит личный кабинет создан вам автоматически и пароль пришел по почте. Что делать, если вы не можете войти? Показываю это на своем примере. Нажмите на кнопку «Войти» в верхнем правом углу. Появляется окно авторизации. В строке e-mail надо ввести ту почту, с которой вы оплачивали свои уроки. И сделать это надо правильно. Очень часто ошибка в одной букве приводит к тому, что вы не можете войти в кабинет. Теперь надо ввести пароль. Пароль пришел вам по почте. Что делать, если вы его потеряли или забыли? В этом случае нажмите на строчку «Восстановить пароль». Еще раз укажите ту почту, с которой вы оплачивали. Не вводите новую почту. И нажмите на кнопку «Восстановить». Возможно, потребуется подтвердить, что вы человек. Теперь надо открыть свой почтовый ящик, именно тот, который вы сейчас указали. Открываю почту. И здесь меня ждет восстановление пароля. Открываю письмо. Почта, которую я указала, это и есть логин. Теперь аккуратно копирую пароль. Пароль скопирован. Перехожу в окно авторизации. Скорее всего, что почта будет сброшена, и ее придется ввести правильно. Вставляю скопированный пароль в поле для пароля. Да, он не отображается. Если вы будете вводить пароль вручную, обратите внимание, чтобы у вас стоял английский язык для ввода с клавиатуры и нажмите на кнопку «Войти». Таким образом, я получила снова доступ к своему личному кабинету. Для того, чтобы не вводить пароль все время, для того, чтобы не ошибаться при его вводе, я рекомендую вам, если вы пользуетесь браузером Google Chrome, нажать на кнопку. Здесь у вас будет «Запомнить пароль». Ну, а я просто обновлю этот пароль. Все. Теперь каждая ссылка – это доступ к одному из уроков. И его можно просматривать на сайт. Для того, чтобы получить доступ к своим урокам, мне надо будет просто нажать на кнопку «Войти». А браузер будет подставлять нужные значения. Вот так легко и просто можно восстановить доступ к своему личному кабинету. Но если у вас возникли проблемы, напишите на адрес galina@kolomeyka.ru, и я обязательно вам помогу.